Universal International представляет. Угадай, кого? Вуди и его друзей. В фильме «Жизнь под напряжением». Режиссер Пол Смит. Художники Рэй Абрамс, Лес Клайн, Рой Дженкинс. Автор сценария Элбертина и Дик Кинни. Композитор Кларенс Виллер. Продюсер Уолтер Ланс. Вот это дорога жизни для наших национальных коммуникационных систем. Сложнейшая сеть жизненно важной отрасли поддерживается в рабочем состоянии неутомимым стражем аварийным монтёром. Раз, два, три. Проверка. Вы меня слышите? Проверка. Этот отважный часовой проводов ежедневно сражается с разбушевавшейся стихией, молнией, дождем, туманом и ветром. Поскольку я работаю аварийным монтёром, в жизненно важной отрасли придется ремонтировать. Проверка. Раз, два, три. Ой, ребята, как же я устал. Надо передохнуть. Ух ты, какое симпатичное бунгало. Да еще и с телефоном. Та-дам-ти-дим-ти-дам. Алло, служба доставки? Да. Пожалуйста, бутерброд с ветчиной без горчицы. Бутерброд с ветчиной и без горчицы. Хорошо. Та-дам-ти-дим-ти-дам. Входите. Спасибо, дружок. Держи пятачок. Тю-дим. За годы работы в жизненно важной отрасли я еще никогда... А? Служба доставки. Раз, два, три. Проверка. Раз, два, три. Проверка. Слушай, а кто пишет тебе текст? Ну, понимаешь, я умею считать только до трех. А ты попробуй до пяти. За годы работы в жизненно важной отрасли такое случается впервые. Не могу в это поверить. Эй, посмотри. С меня хватит. Нельзя вторгаться в жизненно важную отрасль. Вот так-то, птенчик. Алло. Говорят, из службы доставки. Если вы немного проголодались, я принесу вам крекер. Хотите? Ну уж нет, только не эта избитая шутка с хлопушкой. Ну ладно, придется выбросить ее на помойку. С меня довольно. Я покидаю это беспокойное местечко. Проверка. Раз, два, три. Сейчас я ему покажу. Раз, два, три. За годы работы в жизненно важной отрасли такое случается во второй раз. А это что такое? Ух ты! Какое классное гнездышко! По-домашнему уютное. Родное дупло. Для такой опасной работы необходим ремень безопасности. За годы работы в жизненно важной отрасли такое случается в третий раз. Снова этот дятел. Эй, ты! Это собственность жизненно важной отрасли. Выметайся давай. Как скажете. За годы работы в жизненно важной отрасли...
За годы работы в жизни... Знаю, такое случается в первый раз, да? Таким образом, нация может спать спокойно, зная, что аварийный монтёр сделает все, чтобы жизненно важная отрасль росла и процветала. Конец!